Вітаю. Інформаційний блок новин. Ми продовжимо не зовсім інформаційно. Да? У нас в гостях сьогодні Едуард Альварес, мандрівник, який об'їздив ледь не половину світу. Чому ми його запросили? Тому що дуже цікаво поспілкуватися з людиною, яка побувала в 70 країнах світу. 73. О, вітайте з глядачами, розповідайте, що... Добрий день всім, да. Меня зовут, как уже сказали, Эдуард Альварес. Я совершил кругосветное путешествие за полтора года, практически без денег. Вот, написал свою книгу, которая лежит на столе. Как бы в двух словах так, об'їздив 73 страны. Дивіться, я людина, яка об'їздила менше країн. А що спонукало вас мандрувати? Ви доволі молода людина, сиділи там, я не знаю, в університеті, вчилися, і тут вирішили об'їздити півсвіту та ще й майже без грошей. Да, давайте начнем изначально с того, что мне было 18 лет, когда я первый раз вообще отправился. А зараз вам скільки? Сейчас 24. Угу. Это было 6 лет назад, да. Это было не кругосветное путешествие, это была обычная поездка в Европу. Но вот она, как бы, я считаю, была законной такой стартом изменения вот всего мышления, понимания мира, как бы в своей голове у меня чуть-чуть все изменилось. Я был студентом, ходил на пары, как большинство. Сидел, частично даже могу сказать, не понимал то, что там происходило. Просто сидел, как бы, и просиживал свои штаны. А потом я как-то решил поехать. Кого вчились, на кого просиджували? Я учился вообще в трех университетах. Архитектор, в строительном у нас, потом в железнодорожном, строительство мостов и туннелей, и еще учился в физкультурном. Тобто ви були неспокійним ще в університетській? Да, бунт был тогда уже, как бы, такой, знаете. Вот, и я поехал в первое путешествие, проехал, получил тогда, у меня еще была стипендия, на тот момент она еще составляла 100 евро, примерно, там, чуть меньше. Я сделал визу по студенческой карточке бесплатную, то есть подаешь, что ты студент, и тебе дают ее бесплатно. Поехал в Европу, ездил всю Европу за 100 евро там автостопом, жил в хостеле по каучсерфингу, дешевыми... Рассказывайте, как можно объездить за 100 евро всю Европу? Рассказываю. Значит, можно пользоваться каучсерфингом. Это что сайт... Что это такое, поясни? Рассказываю. Каучсерфинг — это интернет-сайт, который, на котором путешественники принимают у себя дома путешественникам. Просто вот, например, если для наших людей кому-то там дать ключи от своей квартиры, это кажется, ну как, это ключи от квартиры, это у тебя там все вынесут. А, ну, как бы в Европе это более, как бы, принято. Люди, которые путешествуют по интересам, например, там, вы любите играть в покер, я люблю играть в покер, да, и я вам пишу, вот там, чувак, я буду там в Таллине, давай встретимся, если можешь, я у тебя переночую, там, прими меня, вот. И как бы встречаются люди, общаются на общие темы, кому-то политика интересна, кому-то искусство, на общие какие-то такие темы. Просто две незнакомые люди. Да, 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 с помощью этого сайта. Сайт является площадкой, и ты с этими людьми проводишь время. Не так, что они просто тебе дали ключи, и ты живешь с ними, а просто это как бы сообщество по интересам, которое помогает друг другу, вот если в двух словах. Как бы вот так. И, то есть, 100 евро на всю Европу. Ну, не на всю Европу, я же рассказываю. Это была Литва, Латвия, Эстония и Беларусь еще. Это было 2 недели, 11 дней, если Латвия, точно. Эстония, Беларусь. Да. То есть по 25 долларов на каждую страну. Ну, вот примерно евро, так. Да? Да, будем указать. В основном деньги я тратил пару раз на хостелы, потому что не получалось, не всегда получается найти, и кушать. Але не только в Европу вы ездите. Да, да. Ну, вот... Яка країна вас вразила найбільше? Наверное, Америка. Чому? Ну, это страна, в которую ты попадаешь. Это такая, во-первых, изначально, если говорить, то это страна, которая с детства у большинства таких, кто родился в 90-х, как я, ассоциируется, ну, с чем-то нереальным. Америка, там, фильмы, там, Рокки Бальбоа, Черепашки-ниндзя. Ну, вот мы на этом выросли. Такие вот поколения этого сериалов, фильмов, друзья и так дальше. Это можно продолжать вечно. И тут ты приезжаешь, и ты реально попадаешь в эту... культуру, в этот социум, к этим людям, и ты смотришь, и ты идешь, замечаешь места, которые ты раньше, там, Централ Парк, а ты его в один дома видел, знаешь, и ты проходишь, и у тебя дежавю такое возникает, да я ж тут был вроде бы, но это я все видел по телевизору. И ты понимаешь, как бы, ну, вот, вот эти все моменты, попадаешь в эту культуру, там совсем другое мышление у людей, совсем другая культура. Во-первых, очень много достопримечательностей. Америка настолько разная, что, например, находишься в Нью-Йорке, это джунгли, которые состоят из небоскребов, попадаешь в Колорадо, это просто горы, красивые, нереальные вершины, снег, леса, озера, медведи через дорогу перебегают, и ты просто смотришь, кажется, как будто ты в другую страну попал, ты просто в другой штат приехал. Угу. Ну, тобто реальность вас вразила, не вразила? Сильно, очень, да? Сильно, сильно, да, и позитивно. А, ну, з екзотичних країн, які ви відвідали? Был в Гондурасе. О. Да, это как у нас, знаете, ты из Гондураса, раньше была такая фраза, да, популярная, жар, говорили. Да. Да. Оказывается, такая страна все-таки существует, она находится в Центральной Америке. Що молоду людину спонукає побувати в Америці там, чи в Європі, я розумію. А як вот, мислити, чому Гондурас? Об'ясню. Когда я был в кругосветке, с Америки я решил доехать до Ушуая. Ушуая — это Аргентина, самая, как говорится, если есть конец мира, то он находится в Ушуае. Найпівденніша, да, да. Оттуда отправляются экспедиции в Антарктику и так далее. Вот. И я решил с Америки
Америки, проехать как бы через Мексику, всю Центральную Америку, где Гондурас находится, и потом еще Латинскую Америку, то есть Колумбия, Перу, Эквадор, Бразилия, Аргентина, вот и добраться до Ушуая. И получилось, на моем следствии это моего пути попался небезопасно. Гондурас. Гондурас на самом деле очень опасная страна. Вот, например, рассказывайте про Гондурас, потому что мы... В двух словах, если рассказать, была история. Мы стоим в Гондурасе, автостопим, останавливается машина. Оказывается, парень, который на додже останавливается, здоровенный, они все там маленькие, он здоровенный, в два раза больше нас. Мы у него спрашиваем, ты едешь в Тегусигальпу, эту столицу Гондураса? Он говорит, да, садитесь, подвезу вас. Оказывается, этот парень, личный охранник президента Гондураса, все отвечает за всю охрану. Он нас привозит в Гондурас, говорит, какой у вас отель, давайте я вас завезу, потому что в городе опасно. Говорит, сейчас вечером не надо ходить. А мы ему говорим, так мы вообще хотим где-то палатку поставить, у нас есть палатка, типа, мы не хотим, как бы, ну, отель, это дорого у вас тут все. Он на нас так поворачивается, смотрит, говорит, а вы знаете что-то о Маре Сальватруче, MS-13? Это одна из самых опасных группировок в мире, которая создана была в Гондурасе и в Сальвадоре. Вот он говорит, здесь их столица, утром не то, что там вас не найдут, там после палатки подметут. И вот этот парень завозит нас в бывшее здание тюрьмы, восьмиэтажный забор стоит, по бокам пулеметчики стоят, открываются ворота. Мы заезжаем, оказывается, это бывшая тюрьма, а сейчас участок полицейский. Он нам говорит, вот тут переночуете сегодня, поставите где-то палатку на территории этого участка, а завтра утром сразу валите из Гондураса, потому что вам тут ничего хорошего как бы, ну, не будет. Зрозуміло, цікаво. А в город, еще два слова скажу, в город заезжаем, там везде горят мусорки, люди лежат. Ну, я такое в кино видел. Ты, как бы, знаешь, тут был в Америке два месяца назад, тут ты попадаешь через два месяца в Гондурас, и это, как бы, знаешь, с 19 века перепрыгнул в 21-й, потом обратно с 21-го перепрыгнул в 19-й. А що вас спонукало от написати цю книжку, про що ви в ній розповідаєте, можете її показати? Да, от книга, как бы в книге написана «История кругосветного путешествия», она так и называется, «Мама отпустила. История кругосветного путешествия». Как бы название, да, такое интересное, смешное. Вот. В книге рассказывается жизненные истории, рассказывается история поиска себя в этом мире, поиска осознанности какого-то, осознанности пути своего, понимания вообще глобально этого мира, как бы, вот. Об этом рассказывается. Жизненные истории людей, которые попадались мне в пути, которые помогали, которые не помогали, как-то, как я зарабатывал деньги, как я находил какие-то там работы, как я купил первую машину свою в Америке, вот и так далее. Ну, тобто, це такий біографічна книжка подорожі. Ну, питання, не за 80 же ж днів ви... 455 днів. 450 днів, чудово. А мама відпустила. А от чи відпускала мама, і що вона вам казала? Ну, взагалі, ізначально... Я розумію, що, можливо, цей момент описаний в книзі, ну, але не всі це прочитають. Ізначально, коли я їхав, я мамі сказав, мам, я їду на дві тижні взагалі в Азію, попутешествую і вернусь к учебі, к декабрю, там я вернусь. Я зараз взяв, как бы, відпуск на два місяці в університеті, і я вернусь. Ну, мама так, та ну, куди, синок, типу, куди їхати ти будеш? Ну, от, все-таки я уговорив її і поїхав. А потім вийшло так, що два місяці переросло в 4 місяці, 4 переросло в 6. А потом я визу в Америку получил, и мама мне уже постоянно пишет, сынок, когда ты приедешь, давай возвращайся, тебе же с универа выгонят. Я говорю, мам, ты визу в Америку получил, наверное, поеду в Америку, там побуду. И так получилось, что я в Америку попал еще полгода в Америке. Университеты вы закинули свои. Да, да, да. Вашими университетами фактично є ваші мандрівки. Да, да. А яким накладом видана книжка, и, ну, де її можна придбати? Книгу можна буде купити... Я так розумію, зараз буде презентаційний тур. Да, буде презентаційний тур, буде презентація в Дніпропетровській 5-го числа, будет презентация 8 числа в Харькове, 9 будет в Киеве, и получается 20 апреля вот этого месяца еще будет во Львове, скорее всего. А де информацию купить? Да, купить можно, можно узнать информацию можно через Инстаграм. Вот, как можем его, да, можем его где-то оставить, да. Как-то, да, сделать так. Вот, через Инстаграм можно узнать. Продается она пока мест тоже будет продаваться только онлайн, но вот сейчас ведем переговоры с некоторыми издательствами. Вот. Тобто старі схеми вже не працюють, можна продавати книжки через Инстаграм. Да, можно через інтернет все продавать. Можна без книгарень, як ви бачите. Окей, і що, чому, на вашу думку, чому люди мають от, ознайомитись з цією книжкою? Во-первых, нове. Да, я понял. То, что я хотел донести людям в этой книге и свою мысль основную, это не так больше как путешествие, а как больше поиск самого себя и своего места, чем ты должен заниматься, что жизнь такая короткая и что нужно делать то, что приносит тебе радость, а не учиться в университете, как большинство, потому что тебя родители туда в 18 лет отправили, и ты должен уже до 23 доучиться, хотя это лучшие годы твоей жизни, когда ты можешь получить колоссальный опыт, колоссально отличающийся от университетов, намного лучше и выше. Я понимаю, если ты идешь учиться там на
врача, это твое призвание, да, ты должен учиться на врача 5 лет. Но если ты идешь учиться на дизайнера, и ты учишься 5 лет на дизайнера, ну уже везде, в Америке, в Европе, за 3 месяца эти курсы люди проходят и становятся дизайнерами. Ну не 5 лет ходят, просиживают как бы штаны. Ну, зрозуміло. Дякую, Едуарде, що завітали. Я бажаю вам успішного презентаційного тура. У нас був Едуард Альварес, дніпрянин, який в 24 роки знайшов себе вже в цьому житті. Який видав книжку «Мама отпустила», і який відвідав, я думаю, що ви дніпрянин, який відвідав найбільшу кількість країн. Я так розумію, що на цьому не зупинитесь. Так, звісно, так. Це була передача «Після слова». До побачення.